мостом. Сейчас он как-то укусит. Такая, блин, не себе. Чужой. Просто чужой. Давай, это. Офигеть. It's fucking shit. Jesus Christ. Ну у него тоже, наверное, только если что-то. Не, ну у него мясо поболее. Офигеть. Крабы бегут за них. Лобстеры отменные, блядь. Я один раз видел, выныривал такой. Морской котик, да? Такой ламбу. Вот это судно, да? Стёлку, да? Вы стёлку снимали, да, не судно. Че, русские? А че, пока? Это Дракхеды. Откуда? Смотрю корабль. Откуда сами? Спальня. Давно здесь? 7 месяцев. Тяжело? Как когда? Лето. Когда идет большой улов. Привет. Хорошие деньги, на. Они сейчас стали мало платить. Да? Много приезжих. Зажрались, блин. Да. Раньше очень хорошо платили. Вот на этих судах почти ирландцев нет. Один другой. Да? И модерны. Все наши. Полики, словаки. Поляков дико много. Они вообще готовы за гроши работать. Да, да, да. Чехословакия очень проще. Давайте. Короче, от всего. Самое больше поляк. Но поляк не хотят. Но здесь же неофициально, да? Да. Никаких документов. Знаю румынов, которые в контейнерах приехали без паспортов. И что, работают на судах, да? А вы в штормане работаете? А? В штормане работаете? Я когда побольше таких работ не или... Так знаешь, вот это креветочные суда такие. А что, нам надо разворачивать? Дойдем до конца, там рыбу, может, посмотрим. Так мы же не дойдем, мы же с другой стороны. Не-не-не, вот здесь, сюда. Надо самом... на тот, блин, мол. Успеем. Я тебе говорю, они, видишь, он поднимется, он будет, блядь, у него будет, блядь, название вот здесь. Конечно, он так, за сколько? 5 метров глубина поднимается. Ну вот он поднимется, вот, да, темный. Пиздец. Ну вот эти вообще сюда, смотри. А, эти, видишь, какие-то еще специфические. €10 он брал за то, чтобы посмотреть корабль со туристов. Знаете, скажу, на таком корабле бы я бы, наверное, не поплыл бы, потому что это, блин, просто лодка какая-то. Такой мусорник.
Ух ты, что это было? Да. О, котик пришел, да. Где? А, о. Два. Зараза. О, этот берет, видишь? Тащит? Да. О, он рыбу раздербанил, блин. Вот лежит рыба. Я думал, мужик тащит на удочку. Где? Какую-то маленькую поймал. На блесну, что ли? Coalfish. Same again, isn't it? Coalfish. Oh yeah, there was a big one. Once they went to get that big cock. Остров плохо видно, туман. Снимает. Я хочу остров снять, но его нифига не видно. Остров не видно, да? Когда солнце, он красиво светит. Там такие волны немец приехал торговать здесь. Герман Кейн. Вот, витрина у него пустая. Stop it.
Не знаю. Пожрём картошечки. О, вся мафия пришла в тейк-эвэй. Давай это дома называется. Девушка, не надо вам доставать. Все рубаются, давай. Нам надо так же одеться и ходить. Срань какая-то. Здесь кофе полтора. Здесь дешевле. Попрошайте. А она еще оправдывается, я уже дала там на входе, что ты ко мне прислал. Титаник? Титаник и ну ладно, пошли отсюда. Че? Пошли отсюда. Ну давай, девчонки. Давай. Давай. Там ты смотрел. Да не просто наверное, рыбаки живут. Домики такие. Забор старых рыбаков, забор новых. Дом старых рыбаков, дом новых рыбаков. Вау. Аквариум, да, вот так же с видом, с таким офигенно. Да, прикольно. Ну, хотя, но потом обретает. Становится обычным. Нахуй, а чего? Ип-хаус.
Я? Это, по-моему, испанский, да? Да, ничего. Там очень классные минусы. Смотри, вода еще насколько поднимется. Не, зачем бы твоя медиа? Ты просто мог. Не, там была другая. А? Ты сзади меня не подходи, блин. Ты чё, блин? Ты чё, боишься? Ничего не бояться, блин. Да, город уже катил. Бля, там вон не сильно. Дальше не пойдем. Дотянусь. А там, вот, смотри, все живут люди. Стоянки нормально. Сразу же обрыв.
Нет, здесь, кстати, уже был стал. Здесь самое главное. Я тебе постучу, блин. Я так довольно стрёмно тут. Конечно, стрёмно. Ну, представляешь, светильно туда. Да, высоко, высоко. Интересно. 500. Сними, да. Она работает. Какой фон? Ты еще не подошел туда. Денис стоит и меня не видит, но я сейчас к нему подойду втихо и столкну вниз. Там вот такие скалы очень огромные. Вот это Денис пришел. Русские? Поляки. Не, он просто пьяный. Поляки? Такой собака? Я думаю, собака имеет. Сюда вообще животных проблем, повезло. Я думаю, что может они просто очень здоровы. Thanks. Я не понимаю, нахуя они закрывались, если у них здесь вообще ничего не изменилось. Как все было, так и осталось.
санитарно. Это был за хозяйка. С каким-то мясом. А у него просто рис. А что такое? За 4 евро. Это какой-то. А, перец. Перец? И биф нарезанный. Нормально? Нормально, порца. Еще нам он несут, да. Еще нам несут чикена. Thank you. Еще чикена нам принесли. Эти ребята. Два китайских головореза. Пахнет этим. Говном пахнет. Соусом пахнет. Соусом. А у меня вкуснее еда и сэндвичи. Ну вот это и есть, это бар. Это церковь, да. Старая Рига. Она тебя не понимает. Ну, смотри, она какие-то флайеры раздает. Давай флайер возьмем. Возьмем куда-нибудь. Она испугалась. Да. Фух, какая жамка.
дальше счет. Темпл бар майки. Сумирую. Пошли сюда. В этом микрорайоне я и живу. А вот это мой дом. Завод. Здесь каждый день на работу. Интересно, где это? Ёлка такая. Главная улица этого городка. Main Street называется. Все магазины, бары здесь.
Мне на работу на ту улицу. Там тренажерный зал, куда я хожу. На втором этаже. Пойдем через парк. Вот замок. Сворд так и переводится замок, по-моему. В честь него эта деревушка так и названа. Но он почему-то все время закрыт для посетителей. Там очень маленькая площадка, и внутри совершенно ничего нет. Вот за этими деревьями стоит мой завод. Хорошо так замаскирован. Самый центр города. Парк и химический завод. Речка, природа. А за забором каждую неделю сигнализация и сирена. Что-то у них все время случается там. Утечка химикалий. На этой неделе по этой башне я ползал. Хороший обзор. Панорама хорошая оттуда сверху. Вот. Одни трубы на этом заводе. Вся территория увешана такими трубами.
если уйти с парка, вот, за забором этот завод есть, там за забором очистные сооружения, воду очищают. Это общественное здание. Стоянка открыта, а где все трубы, все закрыто, что специально не просматривалось. Вот такой вот завод. Входная. Каждый день я вот здесь захожу. Там телефон нас бы не додумались привозить тару на машине.
здесь я переодеваюсь в этой кабине. В общем, тут вагончик. Башня старая такая. Вот туда бы залезть, тогда весь сорт можно увидеть. Туда навряд ли пускают. Открыто. Ой, ужас какой. Все птицы не засрали. За водой раньше ходили. Ну, вот она опять центральная улица. Thank you.
популярны букмекерские конторы. У нас автоматы везде, тут у них скачки телевизора. Телевизионные скачки по телевизору. Ставки делают. Биржа труда. Ну вот, в общем-то, и конец этой улицы. Там уже оттуда мы уходили. Лили.
улице, это я живу.